Алло. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, колл-центр партнера Альфа Банка. Очень приятно. Какого банка? Банка Альфа Банк. Альфа Банк. Хотели бы предложить вам как предпринимателю бесплатное дистанционное открытие расчетного счета в Альфа Банке. Скажите, пожалуйста, верно ли я понимаю, что решение по выбору банка принимаете именно вы? А с чего вы вообще решили, что я предприниматель? Скажите, вас зовут Инна Павловна, правильно? Да. Вы регистрировались, да, как предприниматель, правильно? Регистрировалась. Но, видимо, информация о том, что вы зарегистрированы, дошла к нам более оперативно. Можем вас поздравить с этим событием. Вот. И вы ведь в любом случае будете открывать расчетный счет, правильно? А откуда к вам информация пришла? Когда предприятие, организация, компания, предприниматель регистрируется, информация об этом появляется в открытых официальных источниках. И им звонят такие же предприниматели, предприятия, организации. На сайте налоговой уже есть моя выписка, но в этой выписке нет номера мобильного телефона. Там даже город не указан. Там указано только исключительно фамилия, имя, отчество и мой ИНН как предпринимателя. Вы знаете, я работник колл-центра, но то, что эти данные появляются где-то, я точно знаю. Я не занимаюсь базой, да, поэтому вам точно не могу сказать, где именно берется эта база, размещается. Но вам все равно в любом случае будут звонить многих банков. Я не знаю, моих первые, то это. Вы не первый. С того дня, как я подала заявление, у меня уже десятки звонков ежедневно. Из разных банков. Я поняла вас. Мы вам тоже можем предложить. У нас очень хорошие условия. И вот тариф просто 1%. Да, Тинькофф Банк. Представляю, меня зовут Максим. У меня к вам предложение по открытию расчетного счета для вашего бизнеса. Удобно было бы сейчас обсудить? А с чего вы взяли, что у меня есть бизнес? Я не взял, я вот у вас хотел уточнить. Вы, может быть, как директор организации работаете или как индивидуальный предприниматель? Ну, я просто не понимаю, откуда вы узнали, что я стала индивидуальным предпринимателем? Я только зарегистрировалась, я еще работать не начала. Я вас понял. То есть все же стали, да, инфом? Я не узнал, информацию берут из открытых источников, либо по рекомендации ваших партнеров. Вот, то есть если вы только стали именно индивидуальным предпринимателем, у нас как раз тут выгодное предложение, то, что мы представляем полгода бесплатного обслуживания для новых ОП. То есть счет открываем бесплатно и 6 календарных месяцев с момента регистрации. Вот, и хотел бы вам рассказать вообще про все наши возможности и сервисы. Вот, есть сейчас пару минут у вас? Я все-таки хочу понять, откуда вы взяли мой номер, потому что в открытых источниках на сайте налоговой номер телефона в выписке не указывается. И никакие партнеры порекомендовать не могли, потому что у меня пока еще никаких партнеров нет. Я вас понял. Ну, я вам, к сожалению, на этот вопрос не могу ответить, честно сказать, потому что я просто не знаю. То есть, насколько знаю, берут либо по рекомендации, по чьей-то рекомендации, либо вот из открытых источников. Вот, то есть, ну, суть не в этом. Вообще, хотел узнать, то есть, счет вам вообще нужен будет для работы? Добрый день. Алло. Меня зовут Валентина, колл-центр партнер Сбербанк России. Очень приятно. И если кратко, хотели бы видеть вас как индивидуального предпринимателя среди клиентов нашего банка. Именно поэтому предлагаем вам открыть расчетный счет в нашем банке. Я правильно понимаю, что решение по выбору банка именно вы принимаете, все верно? А с чего вы решили, что я индивидуальный предприниматель? Я правильно понимаю, что вы Ирина Павловна? Я Инна Павловна. Инна Павловна, извините. Вы как индивидуальный предприниматель проходили регистрацию, подавали документы. Откуда вы об этом узнали? Просто информация прошла о том, что вы прошли.
Я проверяла, информации обо мне еще нет в реестре индивидуальных предпринимателей. Более того, в реестре не указывается номер мобильного телефона. Я вас еще раз спрашиваю, где находится этот реестр, на каком сайте, как он называется? К сожалению, я не занимаюсь сбором информации, поэтому именно сайт я вам не могу подсказать. Я могу лишь вам сказать по открытию расчетного счета. В мою компетенцию входит открытие расчетного счета, более подробно. А в вашу компетенцию входит понятие о персональных данных и знание закона о персональных данных, что вы не можете мне звонить с рекламными предложениями, если я не давала вашему банку свой номер согласием на то, чтобы получать вашу рекламу? Но есть такой закон, это статья 18, часть 4, пункт 3 Федеральный закон о персональных данных, где нет необходимости. Если ваши данные расположены в открытом официальном источнике, нет. Мои данные не находятся в открытом источнике. Есть информация только фамилия, имя, отчество и ИНН, номера мобильного телефона там нет.